Выкупи то, что было на Summer, если бы я помнил, что там. Там стрим начался, да, я знаю. Усмирить это, выпустить и побить. Вот в чем прикол, да? Я понял. Так, нам надо нового нанимать, чат. Кто хочет, мы, конечно же, дадим свой собственный этот стиль персонажу. Наверное, мудрость 3 бахнем. Парк? Тебя еще нет? Ну, давай, будешь ты. Так, где там фиолетовый цвет волос? Сюда. Поехали сразу все... Не, не буду все лобачки тратить. Хвостики крутые. Вот так вот. Ну, это все рандом. Ну, допустим, нанять команду контроля, конечно же. Эголист. Редвавка. Сколько у меня вайтов? 4. 6. Ну, давай сразу красную вавку тебе. И... Четыре раза. Так это же их надо выпустить. И уже сумерки сейчас появятся, я так понимаю, да? Времени у нас нифига нет. Я не посмотрел, кто качнулся, а кто нет. Стоп, почему Морриган? О, Мелендес, походу, качнулся. Закачнулось здесь здоровье. Это хорошо. О, у этого пятера. Сумерки, это вообще жесть. С новым отделом на 21 день. Так, ну и как мне провалить и что мне сделать? Может быть, Пипадая провалить? Мы его вроде бы убьем, да, если он сбежит. Он же сбегает. При побеге добровольно вернется в камеру после атаки на первого попавшегося сотрудника и забрав с мертвого тела. Может, он ваншотнет? Я не помню. Это слишком опасно, чтобы его упускать. Это не такая прям опасная, но неприятная, так скажем, То есть, проще всего, но мне тоже кажется, что пса подавить получится. Значит, надо отправлять к нему на какое-нибудь понимание, допустим, да? Чтобы уменьшались счетчики. Плохой работы. Любит работы на инстинкт. Выполняется любой, кроме инстинкта. Счетчик понизится со средней вероятностью. Все еще играешь в ДБД? Я делать мне там нечего. Я не играю в ДБД.
Ты четыре разных надо. Прям настолько. Мне больше некого выпускать, типа фонарь. Вроде бы Рудольфа можно, ну типа пустые сны. Шаденфрейда легко, да. Да, он не двигается, пока на него не смотришь. Агась. Шаденфрейд, Пипадай. Пустые сны. Давай не будем. Да. Да не, фонарь я... У меня есть дальники, чтобы убить фонарь. Я понятия не имею, какую броню мы потеряли. Ага, мы потеряли один тет, вот этот. Какое оружие. У меня же в газировке дальники были. Ну, кстати, мы потеряли одного дальника, да. Угу. Рудольфа. Медленно двигаться по комплексу. Ладно, давайте попробуем выполнить это задание сейчас. Да, все, поехали. Будем попадая на подавление. Допустим, Оливия. На Шаденфрейда мы в какой-то момент... Я не помню, если на него смотришь, он убивает прям тут, или он просто сбегает, или у него красная полоска копится. По-моему, полоска копится, да? Он не убивает вроде бы мгновенно. Если нет, то его легко выпустить. Ладно, пойдем сразу мясной фонарь. Если работа выполняется плохо, то... быстрее, чем 40 секунд, да? Ну, Морриган. Не помню, можно ли ему привязанность вообще делать. Время разрыва в переводе, что уже так чисто в привычке. Я не переводил, не перевожу их уже полтора года и не играю в игру. Ничего не делала. Как плохо пройти пустые сны, как их выпустить? Плохая работа, да, нужна? Итак, где ты у нас, мясной фонарь, появился? Вот ты где, да? Морриган. И у кого еще здесь пистолет? Вот у Хао, походу, да? Прощай, челик. Не стоит тебе туда идти. Пойдем сразу Пипадая выпускать. Стоп. А, все, стреляет. Как-нибудь, ну, допустим, вот подавление от Оливии. Ой, уже сейчас это рассвет. И как раз надо к черепу пройти, кек. Неприятно. Hello? Аномалия Пипадая сбежала. Данная ситуация выглядит безнадежно. Пипадая бежит. Гонзалес. Ты здесь, ты. Фига он бежит за
раненый Оливией. А, то есть он прям в любом случае бежит до этого, да? Так, эти еще не справились. Стой, хау-хау-хау-хау-хау-хау-хау, сюда. Сюда, что угодно, сюда. Точни себе скорость бега. А Оливию усмиришь здесь, в точке для хила. Так, вторую усмирили. Здесь все хорошо. Добавить в игру новый режим. Я в нее вернусь, Омай. Я в нее вернусь. Ты даже новую главу с трюкачом не тестил. Не тестил. Абсолютно убогий маньяк, которого я даже смотреть не хотел. Блин, у нас дальше рассвет, так, но нам надо обосраться с пустыми снами. Плохо выполнить, да? Очень-очень плохо. Низкий шанс, да, на подавление. Бьет он черным уроном, нужно кого-нибудь здесь отправить. Ну, допустим, дип, кстати. Потом, что он делает? Сотрудники с уровнем выдержки ниже второго уровня по окончании с аномалией заснут и больше не проснутся. В результате плохой работы счетчик Лепот после побега все, кого достиг их свет аномалий, заснут. Они проснутся, когда управляющий потрясет их. Возвратиться в камеру обратно. Сбежал, было приведено восполнение усмирения, она изменилась и стала невероятно враждебной. Подождите, она же получается сама вернет... О боже. А, ну у нее двоечка еще, нормально пока. Минус клепоты, да, потому что плохо поработали, но я что-то не уверен, может быть. Блин, меня бесит то, что с ней драться нельзя. Рождество белый урон создает. В результате плохой работы. Может, реально лучше Рудольфа? Я не знаю, будет ли считаться тем, что она сама вернулась, то, что мы ее как бы усмирили. Может, или лучше Рудольфу лицо поломаем? Не будет. Вот и мне кажется, да, лучше его будет тогда, да? Так, плохая работа нужна, да, с Рудольфом? Бьет белым. Вот, а Салли Донат, но подавление очень низкий. Сейчас мы подготовим здесь армию подавляющую заранее. Не понизились. А, фак. А, не, понизилась. Хорошо. Да и давай, я не знаю, дип на подавление. Вся армия тут просто. Если не справимся, то просто выходим и идем стрим разрабы смотреть. Если справимся, то переживаем здесь как можем. Красный рассвет и все вот это вот. Давай, Рудольф, вылезай. Вышел. По Оливии неприятный урон прилетел. Фу, вырубили, отлично. Все по домам. Нам еще с красной как-то аномалией надо будет справиться, да? Так, ну и теперь Шаденфрейд, мы на него просто сейчас посмотрим, да, и потом
убьем его всем, чем можно. Чем он бьет красным уроном? Его, по-моему, нормально подавить сможет Гонзалес. У него прям резисты топовые. Главное, чтобы он не убивал при подавлении, а то я же не читал, не перечитал ничего. Так, стопе. Гонзалес, ты вот что делаешь сейчас. Возвращаешься сюда. Так, все ок, возвращаешься, молодец. Теперь остаешься здесь. Отправляем ему на подавление всех. Усмирение. И просто не смотрим на него. Три из четырех, как раз сейчас будет 4 из 4. Агась, отлично. Так, теперь у нас осталось буквально 13 минут, чтобы зачистить красный рассвет и вообще, в принципе, чтобы все было хорошо. Так, очень высокий, Мика, Оливия. Давай Оливию сюда. Здесь на, допустим... Хаос сюда, здесь... Рудольфа на... Понимание, Солидонат, с него можно много получить. Ой, что-то Пипадаю не понравилось, как с ним поигрались. Пипадай, ты чего? Сейчас не всех будем отправлять, а частично самых сильных на подавление красного рассвета. Здесь мы берем, ну, допустим, Антоха сюда пускай бежит. Уже никто не умер, да? Нет, все хорошо. В первую очередь, опять же, побежит этот. Ну, самых сильных отправим. Итак, привет, Алый Рассвет. Вот это хрень. Стоп. А почему тут? Это еще рассвет, это не полдень. А, я что-то думал, что... Я тупой, я думал, это уже полный, я думаю, все, сейчас, короче, жопа будет. Окей. Тьфу, а полдень будет зеленый. Кто-то говорил, что он сложный, да? Что он реально сложный. Так, зачистите ко мне кто-нибудь Шаденфрейда. Очень высокая Мика. Легкий, ну не знаю, посмотрим. Так, там все выполняется, нормально, нормально. Рудольф сбегать не собирается, а ведь собирается. Справилась, девочка, молодец. Кто там Пипадая хорошо умеет? Мика. Допустим. Мика тут жесткая. Он не всегда легкий, сложно с полуночи, но... Наполовину полон, замечательно. Сайфера сюда, допустим, покачать... Пустые сны, очень высокий Мика на привязанность. Пф.
Кто-нибудь хочет привязанностью пустые сны подфармить? Мелендос нельзя. Блин, а если он сбежит, если мы плохо поработаем? Не очень хочется. Пойдем на лысых еще. Морриган подкачаем здесь. Допустим, на подавление Мелендос сходит. Ей скорость бега нужна. Мы в любом случае не нафармим сейчас, поэтому... Сейчас так это чисто. Подай, Мика, еще больше хп. Больше хп, работай с пипадаем. И последний сейчас уровень. Мы сюда кого-нибудь легкого опять отправим. И пойдем драться со всеми. Всеми, вернее, нашими. Это же Антон у нас, да, или Сайфер? Это Антон. Процесс понимания. В конце концов, они ограничены своей жизнью. Это монстр. Гигантский робот. Зеленый полдень. Тип атаки красный. Появились... в трех точках. Вы все втроем здесь. Допустим, Морриган и первая. Этого, кто усмирять будет, Мика, у которой, правда, физрезисты хреновенькие, но... Чё-то они какие-то пилят. Что, если они ваншотают? Ну, Гонзалес пока танчит, понятное дело. Здесь очень больно. Почему нельзя выбрать эту точку и сказать сюда бежать всем? Почему нету выбора, блин, юнитов? Как же это плохо. Короче, отправить всех назад, отправить всех назад. Здесь пока что... Куда он там убежал-то? Здесь пока только Гонзалес и Камила, допустим, пускай дерутся. А, слушайте, а робот-то в стане. Они его встанили, лол. А, уже не встанили. Угу. Так, а последний-то где? Так, самый простой способ. 5 минут до стрима. Ребят... Разрабов это абсолютно не самое важное. А, вот последний робот уполз куда. У нас еще в тренировочной должны быть хорошие товарищи. Здесь почти Солянова справляется. Здесь пока бегут. Только еще... Ну как справляется? Уже не справляется Максон. Пошли драться здесь с ним. Тут чё? Подстанили, тут чё? Не могу нажать, или они его убили. Ну, надеюсь, никто не сдох. Никто не сдох, хорошо. Чуть-чуть осталось здесь. Пока что робот в стане стоит, тупит. Так, все в обратку, кроме Морриган, Хао, Антона.
Камила на усмирение. Гонзалес, можешь вернуться. Так, с... Опять все, все в обратку, кроме... Антохи. И ребят, которые сюда пока что еще только бегут. Здесь можно помочь, кстати. Вот эти ребятки могут выйти и убить его. Все, он в стане был. Отлично. Так, все вернулись по домам. Вроде бы никто не должен был умереть. Отлично, здесь все домой. У ДБД стрим, может, го перевод? Может, го я доиграю миссию? Спасибо. Мика пипадая. Гонзалес сюда. Чё, одного? Один робот еще, ёпт. Да, снизу робот и правда гуляет. Веселится. Гонзалес, Морриган, допустим. Здесь Дип. А, ну это тренировочная. Они по-любому туда идут усмирять. Так, с... Обратно. Потопали, твою ж, чё же их так пилят-то больно? С 15-дневной квоты, хорошо. Максон, сходи вот сюда. Никто от кровотечений тут не скончался? Да вроде бы нет. Ну и отлично. Максим? Чуть времени не хватает, сейчас еще, может быть, вылезут, да? На ком мне вывести-то очки еще? На ком мне еще очки вывести? Мика, иди, давай. И, ну, допустим, робот. Не вывезем уже очки. Все равно придется закрывать этот. Плохо дело. Ну, поехали. Ой, жесть какая. Ой, жесть какая. Шаттенфилд. Ника здесь. А, ты не можешь. У тебя привязанность слишком маленькая. Вот ты можешь. У тебя хп маловато. У тебя черные резисты есть? О, у него высокие черные резисты. Может быть, он здесь справится. Сюда, понятное дело, бежит Гонзалес. Сюда на понимание вроде бы бежит Мелендес на 41 секунду. Рудольфа на понимание бежит Ассали Донат. Сюда, ну, допустим, с высоким шансом сходит Камила. Так, стоп, не смотреть на Шаттенфилда. Ни в коем случае. Надеюсь, никого не упустил. Стесны Пипадая упустил. Но сейчас мы на него Мику отправим, как только она доработает здесь. Хотя можно еще... Да он Оливия пускай сходит. Думаю, мы можем завершать день, да? Отлично. Все, все совсем справились. Походу. Агась, агась, агась. А, хорошо, завершить. Nice. Никто не умер! Миссию выполнили. Супер.
отлично. А, стрим разрабов. Так, но мне надо что-то выбрать. Чем больше на ней крови, тем она прекраснее. Слезы дитя падали, будто звезды, падающие с небес. Мир погрузился в сон, будто в ловушке восхитительной колыбельной. Я вылечу тебя и избавлю от любых болезней и травм, что есть у тебя. Чат, скажите ту, которая самый полный. Если такая есть, если я выберу, я проиграю, я ее не возьму. Все остальное я готов взять. Вы будете в Белый Мутант играть? Да, я вчера играл, игра говно полная. Вторая, то есть вторую не брать. А, посередине самая легкая. Третью выберешь, проиграешь. Я так и подумал, я ее брать не хотел. Чем больше на ней крови, тем она прекраснее. Звучит отлично, поехали. Чего? Две? В этом городе еще остались прекрасные изумрудные дороги, сверкавшие ярче, чем что-либо. Льды тают. Связано ли это с наступлением весны, или это из-за того, что замок рушится? Ну, у нас же новый уровень открывается. Логично, что две, походу, да? Сейчас будет новое отделение, да? Кровь покрывает пол, люди бегут в ужасе. Здесь есть что-то супер страшное, или мне выбирать, как мне нравится? Может, пускай чатик голосует за аномалию? Нет, такое все. Выбирай сам. Красные изумрудные дороги летают. Супер страшного нет. Ну тогда замок рушится. Звучит прикольно. Берите то, что иногда забытые вещи все же могут быть прекраснее. Это то, что вы однажды сказали мне. Теперь я понимаю. Вы показали мне это прямо сейчас. Тиффани, это правда? Ты правда проходила только ради энкефалина? Но ты врала. Что? О чем ты говоришь? Я никогда не врала. Всегда врала своим беспокойным сотрудникам. В чем прок от твоих консультаций? Думаю, что, поговорив на чистоту, тебе станет лучше. Думаю, что, получив секундное удовлетворение, ты станешь лучше. Это не так. Не важно, что ты делаешь. Тебе не стать лучше и никого не спасти. Ты хочешь показать другим, какая ты хорошая, верно? Ты же не думаешь, что ты на самом деле такая, так ведь? Нет. Мы все здесь погибнем. Я хочу быть лучше. Ради чего? Завершите день с 5 и более сотрудниками 5 уровня. Ага, центральная команда контроля открыта. Две какие-то девочки. Хотите открыть крыло департамента? Хочу. Повышение эффективности. Переподготовка клерков для обеспечения готовности к реальным... ситуациям. Ага. Извлечение из хранилища памяти. День 21. Тут прям что-то интересное начинается на день 21. Я извиняюсь, что 4 минуты идет этот стрим разрабов, и мы не идем его переводить, но... Все, это моя точка сохранения. Я могу выйти из игры, а то я помню, я как-то выходил, и все было не очень.